сейчас перед нами выступит автор-исполнитель из города Алматы Фатима Джандосова. На стихи Лаль Джандосова. Две бутылки бордо и свеча в золотом канделябре. Мы начнем эту ночь так, как тысячу прежних ночей. Мы начнем со стихов, и кровать проплывет дирижаблем через синюю россыпь мерцающих в небе огней. Две бутылки бордо и потрепанный домик Бодлера. Я прочту тебе вслух по-французски в шелках простыней пять стихов о любви и луны. Золоченая сфера заиграет в бокалах гирляндой ночных фонарей. Две бутылки бордо и ночная прохлада от сены. Мы уснем лишь под утро, когда запоет соловей, и свеча догорит, и сольются со стенами тени, и шелка потемневшие станут еще тяжелей. Две бутылки бордо.